друзья. Итак, слово предоставляется почетному президенту Общества милосердия и здоровья, депутату Государственной Думы Андрею Евгеньевичу Степанову. Дорогие мои, наш фонд создан для оказания поддержки всем одиноким, брошенным на произвол судьбы. Здесь каждый из вас поправит свое здоровье, избавится от вредных привычек. Мы поможем вам найти работу и жилье. Ну а тебе, Коля, успехов в новой жизни. Ты наша первая ласточка. А это тебе, Коля, на новоселье. В городе устроишься на работу, получишь комнату в общежитии пока. Ну, в добрый путь. Счастливо! Не забывай! Когда режим не нарушай, не нажмись на радость! Вот я на работу пойду. Еще работа за ихние копейки. Слышь, друг, а как тут у вас, ничего кидают? Нормально. Может, обратно вернемся? Попрошусь в сторожа или еще кем, а то в городе, сам понимаешь, после срока. Ага. Мы едем. Понял. Подожду и посмотрю. Ни пуха. Ай, операция начнется, кровище. Ай. Подумаешь, разрежет. Ага. Тебе не привыкать. Да ладно вам, Андрей Евгеньевич. А это второй кто? Да не знаю. Привезли прямо из реанимации. Обширный инфаркт, кажется. Очнется в больнице и не узнает, что здесь побывал. Повезло мужику. С того света вытащит, да? И бесплатно. Угу. Это если получится, а если нет? А что не получится? А то у этого мужика вторая группа крови, а у Коляна четвертая. И если пересаживать по старой методике, мне Ленка объяснила, после пересадки этот мужик должен сразу же загнуться. Наука. Подождите, Глеб Сергеевич, я не могу. Что случилось, Володя, вы нездоровы? Да поймите, ведь он жив. Кто жив? Коля. Ну и что? Я все понимаю, но ведь это убийство. Да, убийство. И очень хорошо. И вы знаете, почему мы это делаем? В
Впрочем, первую операцию мы можем провести без вас. А вы подумайте. Нет, нет. Извините, Глеб Сергеевич. Да. Вы правы. Мы правы. Ты мне только дубленку подарил или камеру тоже? И дубленку, и камеру. Я тебе все подарил. Дарю. Так, быстренько показывай, как она работает. А, это очень просто. Смотреть нужно вот сюда, в глазок. Сюда, да? И вот тут нажимать на одну маленькую штучку. Вот на эту, да? На эту! Так, все, получается, получается, получается. Так, снимаем пейзаж. Ку-ку! Осторожно, я помогаю. Так, смотри. О! Глеб Сергеевич. Это ваш профессор? Сейчас мы его снимем. Ага, он здесь живет. Ты что, не знал? Нет. Ну, что такое? Ну, опять, как всегда. Быстрее! Слушай, а я вот не понял, вот эти ваши операции от любого к любому, их на людях можно делать? Ну, в общем, почти можно. А что же не делаете? Ну, как ты этого не понимаешь? Метод должен быть утвержден Министерством здравоохранения. Какая-то таблеточка проверяется годами, а тут... Отпустите! Помогите! Господи. Помогите кто-нибудь! Что это? Глеб! Глеб! Ты не ори, я сказал! Глеб! Я сказал, не ори! Глеб! А ты что, снимала? Видели? Вон чего, что нам делать? Быстро вдвоем догнали этого. А ты в ментовку звони и в скорую. Сначала в скорую. Врачи нужны, срочно. Лена, ты куда? Подожди, я сейчас. Лена. Надо помочь. Не лезь. Да это же Глеб Сергеевич, его жена. Я же доктор. Я сказал, не лезь. Листья желтые, перестаньте качаться. И что ты здесь сидишь? Вставай. Вставай. Что это такое, а? Вот идиот. Эй, что с тобой? Больно. Эй, помогите! 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 Тамарочка, что случилось? Нет, что такое? Больно. Что такое? Помогите! Тамар, что случилось? Тамар, носилки давай! Скорее! Носилки скорее давайте! Где носилки? Осторожно, осторожно! Ну, быстрее! Тамарочка, стой, стрелять буду! Ребята, вы что? Я же... Стоять! Ребята! Стой! А ну, куда? Обходи его! Стоять, тебе сказано! Стоять! На землю, я сказал, на землю! Бежать! Больно! Что вы делаете? За что? Уберемся. Я мимо шел! Давай, пустите! Давай, пустите! Быстрее, быстрее ко мне в клинику, я профессор Игнатовский! Быстрее! Тамарочка, 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 быстрее, осторожно, прошу вас. Какой ужас. У него же никого не было, кроме жены. У них даже детей не было. Они 27 лет вместе. Он ее так любил. Да, ужасно. А теперь слушай. Никому, ничего, никогда. Ни слова. Ты поняла? Подожди. Андрей, мы же свидетели. Что ты говоришь? Ты же видел, они поймали не того. У нас пленка. Нет, у нас пленки. Нет. И меня здесь не было. Не было меня здесь. Или ты считаешь, я обязан выступить в суде свидетелем, да? А кто-нибудь, не дай бог, вспомнит, что за два дня до этого профессор на ординатора Елену Визовскую косо посмотрел? Или еще хуже, наорал?
А потом его жену убили. И при чем здесь господин Степанов, а? Подозрительно. Нет, мы ни на что не намекаем, но все-таки хорош наш уважаемый депутат Государственной Думы. И так уже в газетах все время вопли. Криминальный уклон, связи с мафией. Андрей, ну давай я сама все скажу. Я видела, я одна. Наивная. Ты что думаешь, никто не знает про наши с тобой отношения? Андрей, я не понимаю, но зачем ты велел этого убийцу поймать? Этот человек благодаря пленочке. Теперь мой раб на всю жизнь. Пригодится. Не ори, ты, я сказал! Помогите! Я сказал, не ори! Город. Каждую секунду. Катастроф, несчастье. Ну неужели никого, ничего? Глеб Сергеевич, миленький, предупреждены все службы города. Приговорил Спешнева Николая Михайловича признать виновным в совершении умышленного убийства из хулиганских побуждений. Назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания. Нет! В исправительно-трудовой колонии усиленного режима. Я не убивал! Ой, сынок! Миленький! Минуточку. Я, конечно, ни на что не намекаю. Но... Горько! 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 Ну, мы постараемся. Лена, подожди. Ну, почему ты так реагируешь? Давай поговорим спокойно. Не торопись, Лена. Подумай, Лена. Я ничего не хочу об этом слышать. Пойми, наконец, это же чудовищно. Чудовищно! Лен, тебе сколько лет? Я знаю, 29. Пора бы уже ребеночка родить. А не получается. И в таком же положении тысячи женщин, десятки тысяч. Ну, прости. Прости, не обижайся, я не хочу тебя обижать. Но, черт побери, это действительно несправедливо. Какие-то твари делают с себя аборты бесконечные, колются, жрут всякую гадость, лишь бы не рожать, а ты не можешь иметь детей. Надо исправить эту несправедливость, взять у какой-нибудь то, чего не хватает, и дать это тебе. Ты сама рассказывала, жена профессора умерла только от того, что не было донора. Ты же меня и натолкнула на эту мысль. Пойми, я думаю не только о нас. Я просто поговорю с профессором, и мы вместе с ним примем решение, и все. Лен, эта идея может сделать многих людей счастливыми. А нас будет трое. Ну что ж, не буду вам мешать.
У вас есть возможность спасать жизни тысячам, миллионам людей. Единственная проблема состоит в том, где взять эти почки, сердца, селезенки, то есть где взять доноров? Всего-навсего. А вам не кажется, вы позволите? Да, пожалуйста. Что эти доноры находятся среди нас. Ездят в трамваях, бродят по улицам, бомжуют, пьянствуют, колются. И из их среды выходит типа, подобный тому, который убил вашу жену. Я не понимаю. А вот взгляните. Специально для вас приготовил. Глеб Сергеевич, а может быть не дожидаться, пока подобные типы кого-нибудь зарежут, а заранее отделить их от нормальных людей и использовать во благо, а? Пульс 60. Давление 120 на 80. Выйдет из лагеря, ему всего 44 года будет. Вам жалко людей? Гуманизм, человеколюбие. Может быть, вы и прощением грехов займетесь, дорогой профессор, а? Я согласен. Только когда мы начнем нашу деятельность, доставьте его. Привезите, я лично сам. Он не должен жить. Не должен. Ну, что там? Опа! Мужику Кулькина сердце вставили. Правильно, да? Да. Вроде все уже. Заканчивает. Зашивать собирается. О, а теперь к мужику какие-то штуки присобачивают. А Колян в отходы поехал. Чао, бамбина, сори. Сердце работает. Глеб Сергеевич, дорогой, блестящий, Глеб Сергеевич, поздравляю. Грандиозно, поздравляю. Замечательно. Если б тогда, Тамарочки, я мог. Да. Если бы мог. Сказать ему, вот обрадуется. Андрей Евгеньевич. Я первый ее нашел! Отдать твоя! Эй, прекратили! Пошел вон, мент позорный! Я приехал сюда! Пенсия! Разошлись, я сказал! Ах, ты сволочь! Ты чего, мужик? Ты чего? Ты что делаешь? Евсеев, ты что? Остановите его! Антон, ты что? Евсеев, я приказываю прекратить! Я его сейчас! Прекратите, я сказал! Да успокойся! Еще пасть свою раскрывай, сволочь! Да подожди ты! Замочил, что ли? Да жив, слава богу. Я ж тоже не с луны, знаю, как бить. Все равно. Превышение власти при исполнении. Хорошо, хоть еще не посадили. Работы нет. За жилье платить нечем. Я ж комнату снимаю. Вот-вот на улицу выгонят. Погоди, мне говорили, ты вроде в горячей точке, по контракту. Или прокеросинился. Я за 4 дня до срока в плен попал. Те выкуп потребовали. Свое отдал, ребята скинулись. Все выложил. Я ж наемник, Гена. Солдат удачи. Вот она и удача. Я чего позвонил-то? Работа нужна.
Ну, ребят сказали, Шнырь на тачке импортно ездит. Одет то все. Дай, думаю, позвоню, может, поможешь чем по старой дружбе. Ну, ты чего, Ген? Слушай. Расскажу я тебе одну вещь. Вернее, не вещь, так. Иди-ка. Только уговор. Не нравится? Не согласен? Забыли? Ген, ну чего, я маленький, что ли? Ну? Ну что, в принципе, одобряешь идею? С одной стороны, вроде разумно, но этих-то доноров, попросту говоря, убивать придется. Ну не тебе же. Под наркозом, на операционном столе. Помрут и не заметят. Устроим тебя прямо в лагере. Тачку дадим. Утром на охоту в город, вечером домой. Я еще договорюсь, тебя охранником оформят. Твое дело, познакомился, уговорил отдохнуть, подлечиться, в лагерь привез, и все. Не, смотри, Антоха, я не уговариваю, не хочешь? Разбежались, я не говорил, ты не слышал. Это-то ясно. Это было. Известная публика. Нам отряде доводили информацию. Подростки из бедных семей справедливость восстанавливают вот таким способом. Появиться могут где угодно, действуют внезапно. Людей не трогают, только имущество громят. Погоди, скоро за людей возьмутся. Кстати, к вопросу, вот эта девка видел, которая цепью махала? Ну? Ну и что из нее получится? Чего получится? А представляешь, не дай бог, родит кого. Кого родит, а кого воспитает. Небось курит, пьет с пеленкой. Ну и зачем такая нужна? А чего кто угодно годится? Если, например, бомжи, они ж пьющие, все водкой изъедены. Ничего это? Не, ну, в принципе, конечно. Желательно, кто помоложе, поздоровее. А самое интересное, что любой. Организм им от водки очистил, и все, вперед. Ладно, уговорил. Когда начинать-то? Когда? Завтра, я думаю. Спасибо, спасибо. Дальше я сама. Ой! Ой! Два часа назад послала за картошкой, ни его, ни картошки. Thank you.
Огоньку не найдется. О, да не бойся ты. Я сегодня свое уже отработала. Меня мужики не интересуют. Эй, а ты что тут делаешь? Смылась, что ли? Да отпустил меня старикашка этот. Ну, в сон его потянуло. А это кто? Это никто. Ну, так садись, поехали. Я еще 42 минуты работаю, понял? Ты елы-палы. Минут через 15 вернемся. Жди здесь. Надоело все это. Приехал бы за мной какой-нибудь принц на белом Мерседесе. И увез бы меня к синему-синему морю. Слушай, а ты женат? Нет. Давай женись на мне, а? Из нас знаешь, какие жены выходят классные? Уж по мужикам точно бегать не буду. Слушай, а хочешь отдохнуть? Это как это? Я тут на работу устроился шофером. Такой, знаешь, типа санатория, фонд милосердия и здоровья называется. Принимают всех, кто хочет, кто в помощи нуждается, одиноких. Слушай, у тебя, может, родные есть, близкие? Вон мои родные, только что отъехали. Они мне родные, двоюродные и троюродные. Нет у меня никого. Значит, никто по тебе особо скучать не будет. Поживешь там месяцок-другой, отдохнешь, а? А там они с работой помогают. Ну? Да. Поехали. А? Ай, поехали. Вот. Как говорит моя подруга Тонька, в крайнем случае изнасилуют. Слушай, ты меня извини, конечно. Но раз уж мы познакомились, а чего ты этим занимаешься, а? Уж чем на заводе или за прилавком горячиться, я лучше лишний раз ноги раздвину. Утомительно, конечно, но все же не так. Вышла бы замуж, ну. Баба ты красивая, семья, дети. Ой, ты знаешь, какие детей не люблю, ужас. У меня от них чесотка начинается. Ну, тогда извини. Чего? Да нет, ничего. Ну вот. Собственно говоря, это все. В президенты, значит, метишь, господин депутат? Да. Да. С чем ты к людям-то выйдешь, Андрюш? Сидишь, что ли? Андрюш, зачем ты нам все это рассказал? Ну, профессор Игнатовский, открытие. Ну, интересно. А при чем тут твое президентство? Какова все-таки программа твоя, Андрюш? Да-да, уважаемый Андрей Евгеньевич. Подо что деньги давать будем? Чем народ приманите? Так я об этом и говорю. Я предоставил профессору возможность дорабатывать его метод. Мы нашли тихое место, организовали фонд милосердия, собрали туда всякий сброд. Ну, и одну операцию по пересадке уже провели. Успешно. Мы для чего тебя в депутаты пихнули? Чтобы ты уголовщиной занимался? И с ней к народу выходил? Давайте, товарищи, всех людей, всех поделим на плохих и хороших, лагерей понастроим. Плохих разрежем на части, хорошим сердец, печенок понаставляем, приборов запасных. Андрюша, ты что? И с этой идеей ты выйдешь к людям? Они тебя поддержат. Президента изберут. Может, тебе плохо? Может, полечиться надо? Андрей,
Ну ладно, воров, убийц, проходимцев. И сам Бог велел делить на части и брать на материал. Но остальные, и чтобы наш народ в конце 20 века дал тебе на это добро? Андрей, да это же бред. Это бред, пойми. А вот и проверим. Значит, предварительно договорились. Подключаем телевидение. По безопасности вы меня прикроете. Денег не прошу. Пока. А там посмотрим. Ну, служивый, прошу. Ой, какой хорошенький солдатик-то. Худенький какой. Сейчас мы тебя накормим. Супец, сосисочки, компот. Молодец. Дайте сигарету. Спасибо. Все тут спокойно, никаких проблем. Закурю, ладно. А то, сами знаете, режим нельзя, а я как-никак пациент. Эти не догадываются, зачем их сюда привезли? Что вы? Здесь общество милосердия, жрут, спят и ни о чем не думают. А персонал? Санитары-то добрые, прямо ангелы, а не уголовники. А этот новый Антон, вербовщик. Опять кого-то привез. Кажется, солдата беглого. Он старательный, правильно, что его наняли. Ясно. Тебя никто не вычислил? Обижаете? Я как-никак театральный институт окончил. Меня, если хотите знать... Слышал, слышал, слышал. Так надо было играть, а не доллары фальшивые на ксероксе печатать. Артист. Ладно, иди от греха. Смотри, засыпешься, пеняй на себя. Понял. Мальчишка-то бьете. Ты чего, мужик? А ну, бьёк, ты чего? Пошли. А бог ты мой. Ой, вот это кто? Узнала меня? Нет. А так? Добрый какой. Выпусти меня, раз такой добрый. И куда пойдешь? Твое какое дело. Давай, тормози. Тебя как звать-то? Аня. Меня Антон. Учти, Аня, менты ведь тебя наверняка ищут. Видишь, я ж тебя узнал. Господи. А сколько еще народу тебя видело? Свидетелей полно. Значит, приметы есть. Фоторобот составлен, словесный портрет. Слушай, что ты добрый такой, а? Да я, может, влюбился в тебя с первого взгляда. Поразила ты меня своей юной красотой. Тогда еще. А если тебя поймают и посадят лет на 8, юная красота пропадет за это время вместе с зубами. А поймают тебя точно. Подумай,
Спрятаться бы тебе. В лес, что ли, убежать? Ты уж лучше в лес, чем в тюрягу. Слушай, а если спрячешься, родители тебя искать не будут? Ты с кем живешь-то? С мамашей. Да, она пьяная с утра до ночи. Что ей, что меня нет, ей все равно. Понятно. Тогда вот что. Прошу. Ой, какая маленькая, какая хорошенькая. Сейчас мы тебя накормим, напоим. Молодец. Я сейчас. Нормально. Ну так. А ты ничего, дядя. В город поедешь, покурить привези. Конечно. Ну, пока. Пока. Привезу. Вы посылали письма в Генеральную прокуратуру, Верховный суд, Государственную думу. Назначено дополнительное расследование. Много неясностей, непонятностей. Так я же говорю, я только подошел. Я пьяный был. А свидетель Поликарпов, он показал, как он видел из окна. Свидетелю Поликарпову 87 лет было. Откинулся Поликарпов 3 года назад. Ладно. Будет произведено дополнительное расследование. Попытаемся разобраться. Бог даст, и пересмотрят твое дело. Всякое бывает. Эй, стой! А ну-ка, стой! Слушай, может, еще кого возьмешь? Мне не жалко. Сейчас в лагерях туберкулез, эпидемия. Один помер или 20. Какая разница? Ну, ты размечтался. А тебе за каждого заплатят. Большая партия со скидкой, как везде. Ладно, подумаем. Вот. Не исключено. Спасибо. Ничего. Спасибо. Давай. Поехали. Спасибо. Садись. А зачем он тебя? Я никому, просто интересно. Ты сам не видишь? Что? Он же на президента Соединенных Штатов похож. Ну, вылитый. Что ты, того выкрадем, этого поставим. Будет свой в Белом доме. Да я серьезно. А серьезно, меньше знаешь, лучше спишь. Будь здоров. Пока. Конечно, Тамарочку. Ее нет, а это животное улыбается, дышит. Вот тут и поживешь пока. Заодно воздухом подышишь. Народ тут веселый, душевный. Это тебе не лагерь. И питание у нас хорошее, диетическое. Процедуры разные. Регулярные медосмотры. А мы к тебе следователя вызовем. Да. Чем черт не шутит? Подожди, подожди, Вера. Я же тебе говорила, ну давай посидим спокойно. В мире животных посмотрим, чайку попьем с печеньем. Любовь, приспичила. Да все нормально. Ну не можешь, ну, не надо. Ну с кем не бывает? Кто тебя заставлял? Да иди ты! Ванька. Ванька. Ванька!
Антон! Привет, Антон! Привет, друг! Как ты? Антон! 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 Это я! Ну, как ты? Это сколько мы с тобой не виделись, а? Года три, наверное, а? А мне в госпиталь привезли, потом списали. А я хотел найти тебя, все вспоминал. Как-никак боевой товарищ, а? А чего ж не нашел? А ты? А? Тоже мог, а, Ванька? Я рад тебя видеть, слушай. А ты? А ты что, в отраде или где? Да нет, Вань. Подожди. А ты что тут делаешь? Да понимаешь, как с войны вернулся, со службы ушел по здоровью. Вот. Начал искать работу, а работы нет. Ну, я, понимаешь, и запил. Галка терпела, терпела, да и выгнала меня. И правильно. Сын растет, 8-й год ему. Ты представляешь, папаша на рогах каждый день. Вот. Бомжи подался, по подвалу ночевал, квасил. А недавно друга встретил. Разговаривали, стреснули по бутылке. Вот он мне сюда и предложил. В этот санаторий. Врач у него, что ли, тут знакомый? Меня это не касается, мне какая разница? Когда выписывают, они говорили? Ну, сказали, недели через 2-3. Так сказать, по состоянию, по самочувствию. А ты что здесь делаешь? Тоже, да? Да я тут работаю вроде. Ну, не вроде, а шофером в город, из города. Сам понимаешь. Слушай, Вань, я, может, уволюсь отсюда? Есть мысли? Может, вместе чего придумаем, а? Ты без меня не выписывайся. Если начнут отправлять, так и говори. Антон Евсеев просил его подождать. Понял? Без меня ни шагу, Вань. Никуда. Ни в какие машины не садись. Ясно? Не садись, Ваня. Да ясно. Ты чего? В крайнем случае выпишут. В городе встретимся. Да нет же, Ваня! Ты чего? Ты чего, а? Нервишки пошаливают. Война проклятая, что с людьми делает? Ладно, Вань, пора двигать. Давай. Ваня, не выписывайся без меня, Вань. Ни в какие машины не садись, Ваня. Не садись. Пока! Нормально, да? Ген, у меня такое дело. Тут Иван Савельев отдыхает. Только что встретил. Мы вместе воевали, дружок мой. Ну и что? А ты не понимаешь. Прости, замотался, не соображая ничего. Ну, конечно, какой разговор? Отдохнет, подлечится. Выпишем. По-настоящему выпишем. Сам в город отвезешь. Опа! Слушай, чувствую, надо и мне тут пару деньков пожить. Что-то я замотался. Отдохну, воздухом подышу, а? Не вопрос. Народу пока хватает. Ревнуешь? Мой зайчик маленький, любимый. Добрый день. Приятного аппетита, ребят. Приятного аппетита. Ну что? Это? Это ложка, Сережа. Эх ты, чудо мое. Привет, психи! Привет! Здравствуй, милый! Отстань, говорю, а? Иди. Кушаешь? Кушай, кушай, сил набирайся. А то силенок не хватает бедному. Откнись ты! Ладно, что? Две недели не пью. А здоровье? Видишь? Руки трясутся. И с этой облом. Спортом займись. Думаешь? Нервишки поправишь. Попробуй. Надо бы. Мужики, мужики, мужики. Тихо. Сережа! Огонь!
Какой же дурак, как его. Покушай, Сереж. Ну, молодец. Витя! Витенька! Да. Витенька, поздравляю. Нашли тебе работу в городе. Правда, при ресторане, сторожем, зато днем свободен. Можешь учиться, а главное, комнату дают. Так что быстро, пока не перехватили. Спасибо. Спасибо. Не-не-не, ты, дорогой, ты задержись. Почему? Ну, понимаешь, увидит вас вместе. Видите, может место лишиться. Не все сейчас это одобряют, понимаешь? Пусть он сначала обживется, а потом ты к нему подъедешь. Зачем раньше времени людей пугать? Правильно, да? Ну давай, собирайся, машина тебя ждет. Садись. Я тогда пойду вещи соберу. Какие у тебя вещи? Сколько у тебя вещей? Ну, в крайнем случае, Саша захватит. Ребятки, Витя уезжает. Прощаемся, прощаемся. Пока! Геннадий Александрович! Геннадий Александрович, так может он завтра поедет? Ну зачем такая спешка нужна? Ну я же говорю, место перехватит. Я же для вас стараюсь. Ну а как я буду один? Я не вынесу, я не переживу этого. Может, действительно вместе? Эй, ты! Дон Педрос! Не забеременел еще, а? Я с удовольствием родил бы ребенка, но в нашей варварской стране этого не понимают, а мы такие же люди, как и все. Вот именно. Не волнуйся, ребят, через полторы недельки тебя выпишу. Встретитесь, все будет хорошо. Ну, Вить, скорее, я тебя умоляю, ну, скорее, ну, поехали. Гена, вот этот. Впрочем, Ленка, не пора ли подумать о тебе? То есть, Володенька? Ты на операцию собираешься ложиться? Детей хочешь иметь или не хочешь? А почему ты вдруг об этом заговорил? А потому что появился очень хороший материал. Посмотри. Новый Робин Гуд женского пола. Организовала банду подростков, громили рестораны, ночные клубы. Убить или покалечить, пока никого не успели. Вполне достойный для наших целей объект. Разрешите? День добрый. Добрый. Что? А, не знаю, к кому из вас обратиться. Короче, Иван Савельев здесь у нас отдыхает. Так. Его не использовать. Живет недельку, раз уж он здесь оказался, и отпустим. С Генкой все согласовано, он разрешил. Понятно? Понятно. Ну и хорошо. А это ее на выписку? Планируем. А что? Да нет, ничего. Знаешь, я вдруг подумала. Вот сделают мне операцию, родится у меня дочь. Ведь ее судьба может сложиться как угодно, правда? А вдруг она тоже будет признана лишней, ненужной для общества? И что, сюда, к нам, под нож? Да ты что, Ленка? Да так, ничего. Привет. Скучаем? Ух ты, и мне что-то скучно. Дай, думаю, зайду, нарушу одиночество. А вдруг не выгонят? Ну, как живешь-то? Привет. Не надо. Уходи. Не трогай меня. Да ты чего?
Я так просто в гости зашел. Ты чего? Ну, давай! Давай, любимый, пользуйся, скотина! Ненормальная. Подожди, подожди, я... Внимание! Я готов, готов. Победила команда бананов. Победителям вручается торт. Слушай, ты не сердись. Зря это, ну, понимаешь? Да ладно, чего там, бывает. А вообще надо уметь защищаться. Мало ли что. А хочешь, научу. Научи. А у меня получится? Попробуем. Так. О, ты бандит. Ага. Хватай меня сзади. Как? Так? Ну, сильней, ну. Так? Вот, хорошо. Отводишь таз в сторону. Ага. И ребром ладони бьешь. Куда? Вот сюда. Ну, мужиков самое слабое место где? А. Здесь. Приготовилась? Ага. Ну что ж ты? Руку покрепче. И давай. Ну как? Больно, да? Молодец. Извини. Способная. Я нечаянно. Прости, а? Ой. Тихо, тихо, тихо. Я сейчас. Извини, слушай. Что логично? Тренируйся, тренируйся. Это я, Глеб Сергеевич, дорогой, смотрите телевизор. Сейчас будет передача. Я организовал. О пересадке органов. Сейчас узнаем, как народ отнесется, анекдот, к делению людей на нужных и ненужных. Я хотел спросить, а вот, вы до сих пор не использовали этого? Мы его с таким трудом выцарапывали из лагеря, везли к вам через всю страну, можно сказать, в подарок. Используем. Материал хороший. О, пора. Если что, я у Лены. Смотрим телевизор. Интересно. А по-моему, наш благодетель господин Степанов многого не учитывает. Чтобы народ это поддержал. А знаете что, Глеб Сергеевич? А давайте параллельно посмотрим, как наши
пациенты отреагируют на эту передачу. Наверняка многие заинтересуются. Ток-шоу, прорыв. Новая какая-то передача. Надо будет посмотреть. Ток-шоу «Прорыв». Тема нашей сегодняшней передачи – трансплантации. Пересадка органов от человека к человеку. Социальные, политические, нравственные аспекты проблемы. Мы решили приехать к вам на карбюраторный завод, в обычный трудовой коллектив, чтобы провести обсуждение этой проблемы среди людей неподготовленных, так сказать, мини-опрос общественного мнения. Итак, представьте себе, что пересадка органов становится массовой, общедоступной операцией средней сложности. Возникает проблема доноров. Проблема, далеко выходящая за рамки медицины. Возможно ли разделение общества на людей полезных и бесполезных? Возможно ли хотя бы представить себе, что жизнь одних людей может быть спасена за счет других? Мы просим наших телезрителей позвонить нам по телефонам, которые вы видите на экране, и ответить, да или нет. Торопится. Торопится. А пока посмотрите видеосюжет. Этот мальчик гений. Такой мозг рождается раз в столетие. Это уровень Ньютона, Эйнштейна, Архимеда. Лейбниц, Гаусс, Ферма уже порядком ниже. У этого мальчика врожденный порок сердца. Врачи считают, что он не проживет и полгода. Его может спасти только пересадка. Но донора найти пока не удается. Хотим делать выводы, но проблема далеко не однозначна. Ваше мнение? Вы не хотите делать выводы, и при этом показываете гениального мальчика, и тут же эту толпу, дикую разъяренную. Конечно, зачем делать выводы? Они же сами напрашиваются. Нужно спасать этого мальчика за счет вот этих вот ребят. Они же материал, их же не жалко. Вот ваши выводы, так что ли? Ну это как это так? Есть полезные люди и бесполезные, да? Это значит, ради одного убить другого. Я не понимаю. Честно говоря, я сюда шла, я не знала, о чем пойдет речь. Да вы что, телевизионщики, вы что, с ума, что ли, сошли? Да вы на что народ подбиваете, а? Как вам не стыдно только? Это же не укладывается в голове, это же прямой призыв к фашизму. Успокойтесь, друзья. Мы собрались, чтобы обсудить проблему. Нет, идиотка! Вам тут делать нечего. Я же говорил. Минуточку, тише, пожалуйста. Я прошу ответить вас на один вопрос. Предупреждаю, он очень сложный, и вы можете не отвечать, если не захотите. Но для начала скажите, у вас есть дети? Да, дочь, 9 лет, а что? Представьте, что ваша дочь тяжело заболела. Спасти ее может только пересадка, предположим, сердце. Вы согласитесь на то, чтобы ей пересадили чье-то сердце, другого ребенка? Ну, а почему нет? Конечно. А если этого другого ребенка придется убить, чтобы спасти вашу дочь? Вы согласитесь спасти вашу дочь ценой чьей-то жизни? Погибнет ребенок, но чужой, неизвестный, которого вы никогда не видели, а ваша дочь будет жить. Вы согласитесь на это? Да, слушайте, да вы что? Оля, прости. Молодец. Конечно, соглашусь. Слушайте, да любой согласится, что не так, что ли? Безобразие, безобразие. А теперь посмотрим результаты по первым телефонным звонкам наших зрителей. Мнение телезрителей достаточно определенно. Можно только порадоваться, что гуманность, милосердие и человеколюбие явно преобладают. Но проблема существует.
Сегодня и завтра мы будем принимать ваши звонки. И завтра вечером подведем итоги опроса телезрителей. Итак, за или против? Оля, браво! Видишь, народ-то против. Да подожди ты, народ еще ничего не понял, никто ничего не осознал, а уже 5% за. Да это ужас какой-то. Давайте будем людей делить на нужных и ненужных. Одних будем убивать, а другие пусть живут вечно, так что ли? И кто же решать будет? Что решать? Кому жить, кому нет. Кто это определит? Народ! Народ должен решать. Сколько вокруг пьяни разной варья, паразитов всяких, на черта они нужны. Собрать бы собрание, проголосовать и все дела. Вот те, кто разбогател за счет других, и нужно на части разобрать. Жуликов, торгашей и сволочь всякую. Я точно говорю, все поддержат. Вообще-то сволочи разной на свете много, а? Точно! Да и народу лишнего! О! Эй, красавица! Мужик-то твой где? Бросил тебя, наверное? Другую нашел? Или другого? Ой, блин, фу! Геннадий Александрович, отправьте меня в город. Пожалуйста, отправьте. Я должен найти Витю. Скажите, где этот ресторан, куда вы его устроили работать? Я вас очень прошу, пожалуйста, отправьте меня. Или я пойду пешком искать его сам. Я его найду. Саш, ты понимаешь, какая штука? Витя, ты звонил. Я уж не хотел тебя расстраивать. Звонил он, короче, просил не говорить тебе, где он. Ну, чтоб не искал ты его. Я уж не знаю, что там у него. Или кто. Ну и к чему такой? Ни мужик, ни баба. А вот, например, такой вот деятель. Какой с него толк? Он ведь не понимает, что живет. А сердце, наверное, у него здоровое. Интересно, а у вас сердце здоровое? С вас-то какой толк? Может быть, лучше вас? Боже мой! И это люди. Да они любого растерзать готовы. Замерзла ты. Давай погрею. Нет, не надо. Нет. Подожди. Не сердись. Просто я... Что с тобой творится? Ничего. Ничего со мной не творится. Просто я замерзла. Погрей меня. Тепло и все. Поцелуй меня. Ну, пожалуйста. Нет. Не сердись. Ты не виноват. Это я не могу. Не могу. Так. А он! У меня в глазах помутилось! Глеб Сергеевич!
тебе и Дон Педрос. Глеб Сергеевич, я еще раз повторяю, от этого человека зависит наше будущее. Я вас лично прошу, лично. А я вам еще раз повторяю, ваш протеже практически здоров. Шумы в сердце — это причина, простите меня, пьянства. И излишнего внимания к прекрасному полу. Воздержание, режим. Ну, не хочет он воздерживаться. Любит человек баб, любит. Любит выпить с друзьями. Андрей. Да, и при этом панически боится инфаркта. Панически. Почему нельзя помочь? Андрей Евгеньевич, ну побойтесь Бога, а? Чтобы этот тип продолжал пить водку, вы считаете возможным лишить кого-то жизни? Глеб Сергеевич, я позволю себе напомнить... Ну все! Хватит! Извините, профессор. Работайте по плану. Мешать не будем. Успехов. Вы свободны. Я сам все сделаю. Подожди, Володя, подожди. А чего ждать? Мы освоили метод. Ты, кстати, в первую очередь. И вообще, я считаю, профессор должен заниматься научной работой. Он ведь гений, действительно. Зачем ему кого-то резать? Время терять, а? Лен, ну ты чего? Лен, ну что такое? Лена. Да, скажите, а как наши дела? Кстати. Очень-очень-очень кстати. Вот Аня пришла на медосмотр. Здрасте. Здравствуйте. Я сейчас спущусь вниз, а ты, Лена, сделай Анечке витаминный укольчик. Ну? Витаминный укольчик. Минуточку. Договорились? Володя! Минуточку, вы хотите прямо сейчас операцию? Да. Так а чего ждать? Что, и торжественные проводы устраивать? Да к черту проводы эти, скажем, на завтраке уехала в город. И все, но как-то Лена не готова. Так в том-то и гениальность метода. Не нужно никакой подготовки. Ничего не нужно. Вам случалось вот заходить в обеденный перерыв в зубной кабинет. Угу. То же самое, только заживает дольше. Да, как-то... Ну, мы уже давно с тобой об этом говорили, правильно? Ну, давай, усыпляй девушку. А я пойду. Пожалуйста. Пожалуйста, ложитесь на живот. Сейчас, сейчас, секунду. Здрасте. Привет. Я сделала укол витаминов. Я не могу.
Я не могу, Андрюша. Андрюша, я не могу. Она же девочка совсем. Она почти ребенок. Андрюша, я все понимаю. Я не могу. Ну чего? Санитары говорят, вести некого. Я не готов. Волнуюсь. Вот даже Ленку расстроил. А, ну, ну ладно. Полз я где-то, плыв за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. А это знаешь? Тихо дремлет сад заброшенный. Мне ее мамаша в детстве пела, когда еще не каждый день пьяная была. Нет, не знаю. Ну как? А я знаю. Сыграй, а. Так старая же песня, ну. А давай вместе. Я не умею. Иди, я тебя научу. Садись. Вот смотри. Ты по струнам брякай, а я буду аккорды брать. Ага. Вот. Давай. Так вот. Давай, смелее, не бойся. Да? И. Тихо дремлет сад заброшенный. Низко стелится туман. Ходит ветер, гость непрошенный. Нет любви, один обман. Равнодушно усмехнулся ты, получается, отвернувшись от меня. Тихо кружат желтые листы в голубом сиянии дня. Ветер шепчет твое имя мне, предо мною образ твой. Я как будто в сладком-сладком сне грежу, милый мой, тобой. Помню, как встречались мы с тобой, первый раз поцеловал. А теперь тебя со мною нет, и тот сад унылым стал. Помню, как встречались мы с тобой, первый раз поцеловал. А теперь тебя со мною нет, и тот сад унылым стал. Клёво! Давай, дети. Глеб Сергеевич, хочу еще раз. Это ваш друг начальник приехал? Да. Давайте его на стол, я согласен. Ну, слава богу. А я-то уже приготовился к долгому спору. Он ведь только вас требует. Только используем вот этого. Глеб Сергеевич, дорогой, ну а для кого ж мы старались? Да давно уже пора покончить с этой мразью, правильно? Я встретил вас, и все былое под жившим сердце. Пойдем поговорим. Пойдем, пожалуйста. А что случилось? Да так, ничего. Пойдем. Пошли. Так, вроде нет никого. Да что такое-то? Аня, ты знаешь, что здесь творится? Что? Ты только не пугайся, ладно? Закурить дайте. Чего звали? Что-то не нравится мне наш Антон. Друга пожалел, торчит тут. Если что, пусть охрана его изолирует. Он свое дело уже сделал. Как остальные. Да все нормально. По-моему, тоже. Но смотри внимательно. Смотри и слушай. Все, иди заметит. Угу.
Анька, ну подожди, послушай. Анька, ну вышла так, Аня. Слушай, ну прекрати, ну. Ну дурак я был, ну сволочь. Гена Скотт, ничего, с ним еще разберемся. Надо что-то делать, а? Что ж делать? Может, может смоемся вместе, а? Доберемся до города, в милицию пойдем, в газеты, я не знаю. Вместе поедем. Тебя уже собирались выписывать. Завтра поедем вместе, Аня. А знаешь, правильно. Зачем я нужна? Только на запасные гайки и гожусь. Мне тогда 13 лет было. Меня мамаша трем мужикам продала. Солидные ребята, всем 50. При галстуках на Мерседесе. Девочку им захотелось. И дали-то копейки. Мамаша на неделю пьянки только и хватило. А я после этого богатых ненавижу. И с мужиками спать не могу. Когда меня дотронутся, судороги начинаются, чувствую, убью сейчас. И зачем я такая нужна? Правильно. Незачем. А кого-то спасти нужно. Аня, пошли, Аня. Сейчас Ивана найдем. Я ему все скажу. Чувствует, даст он мне по роже и правильно сделает. Скажу Ивану, мы с ним вместе что-нибудь придумаем. Он парень-то крутой. Мы тут разберемся, ты не бойся. Выпутаемся. Можете одеваться. Угу. Спасибо вам, доктор. И вам, Геннадий Александрович, спасибо. А я видел этого. А что, это следователь приехал, да? Я ж тебе говорю, по твоему поводу. Из Генеральной прокуратуры специально приехал. Сейчас отдохнет с дорожки и поговорит с тобой. А, ну так. А вы знаете, я все никак опомниться не могу. Это просто какое-то чудо. А я, видите, себя уже давно похоронил. Доктор, а я ведь не убивал. Честное слово. Нет, честное слово, я не убивал. Это ведь ошибка. Я уже думал, подохну в лагере. Думал, скорее бы били меня. И Богу начал молиться, чтобы он меня забрал. Но слава Богу, что есть хорошие люди. Вот, Геннадий Александрович за мной приехал. Через всю страну. А я верю. Раз такие вот хорошие люди есть на свете, которые обо мне заботятся, пересмотрят дело и выпустят меня. А я женюсь. Какие наши годы? Мамаша внуков увидит. Да. Что там бледный у нас какой-то, а? Доктор, может, ему витаминчики поколоть, а? Пожалуйста, ложитесь на живот. Спасибо, доктор. Старушка ждет сына домой. Глеб Сергеевич. Что случилось, Лена? На вас лица нет. Мне надо поговорить с вами. Только не перебивайте. Я виновата. Я ужасно виновата.
Но об этом потом. Ивана нет нигде, не дай бог его сейчас. Иди к себе, а? Надо как-то в операционный блок залезть, может, успею. Антон, я с тобой. Ладно. О, окно открыто, давай. Тише. Я прутья раздвину, а ты пролезь. Ага. По коридору и налево, там дверь будет. Она на задвижку закрыта. Откроешь, поняла? Ага, хорошо. Давай. Давай. Молодец. Все, уходи. Я с тобой. Анька! Анька! Где-то в газете читал про врачей этих. Когда они операции больным делают, они внутри у больных чего только не забывают. Один мудак какой-то очки в разрезанный живот уронил. Вы убийцы! Глеб Сергеевич, убийцы! Я вас умоляю, вы должны сами без них, Глеб Сергеевич! Вы должны! Подонок, убийца! Убийца! Уберите его от меня! Я показал мне кассету, я все знаю. Учтите, вы имеете дело с подонком. Какая кассета? Посмотрите. Андрей. Вот, хранил, так сказать, у любимой на груди. Думал, надежное место. Ну что, Леночка, покажем гостю кино, а потом с тобой поговорим. Пойдемте. Не надо, Андрей Евгеньевич. Да пошел ты! Ну, поехали, поехали! Санитары свободны. На 10 минут. Нет, нет. Вот ты этого не отпускаете. Хорошо, Глеб Сергеевич. Он никуда не уйдет. Александр Михайлович, может, в кресло? Прошу прощения. Все готово. Что-то случилось? Идите сюда! Идите сюда! Пусть все видят. Не ори ты, я сказал! Помогите! Я сказал, не ори! Любопытно. В высшей степени. Знакомые все лица. Да я сам не знаю, как это вышло. Ебу. Ну что, господа, представители самой гуманной в мире профессии, вы меня резать-то будете? Или что? Подождите. Здесь среди нас убийца, а там невинный человек, он мог погибнуть. Ну, конечно же, он ни в чем не виноват. Ну, а эти ваши, как их? Пациенты. Они в чем виноваты? В том, что они лишние для общества люди. Правильно? Ну, не... ну, а этот, который сейчас в операционной? Он после колымского лагеря строгого режима. Кому он нужен? Нет. Тоже лишний? Нет, нет. Но как ни странно, ну, факт. Как ни странно, этот мерзавец гораздо полезнее. Он здесь у вас весь процесс организовал. Организатор производства. Хотя, конечно, он скотина и подонок. Глеб Сергеевич, давайте теперь считать, что ничего не произошло. Нет, нет, я ничего не понимаю. Хватит, Глеб Сергеевич. Сядьте, успокойтесь. Или идите лучше спать. Время позднее. Подождите, но ведь он убил, убил! Да, что-то не нравится мне, Глеб Сергеевич.
Очень взволнован. Профессор Болин. Так, проводите его в кабинет и установите круглосуточную охрану. Выполняйте. Отдыхайте, Глеб Сергеевич. Идиотка! Ты что думала, профессор насмотрится картинок и все предприятие ликвидирует потихоньку, да? И нас заодно! Я не знаю, что мне делать. Я больше не могу. Я тебя ненавижу. Слышишь? Ненавижу. И себя ненавижу. О, Господи! За что в этой стране не возьмутся? В результате истерика и бардак. Да. Да. Так операцию будем делать? Или нет? Вы тут сначала лучше между собой разберитесь. А то начнешь резать. А из милосердия кто-то свет вырубит или еще чего. Так я бужу спешнего? Да, буди, буди его. Давай. Ну, хорошо. Андрюш, поеду-ка я домой, а? Поехали. Я ж его искал, а? Иван! Ну что? Пойдем поговорим. Пойдем, пойдем, пойдем. Вера, подожди. Аня, стой здесь, никуда не уходи. Хорошо? Я не понимаю, что со мной происходит. Но я ее, ну просто со страшной силой. А это ты заходил? Не открыли, сам понимаешь. Вера! Что случилось? Пойдем. Что? Значит, они нас как скотов, сволочи. Именно. И я сволочь. Как он все это влез, сам не пойму. Чего же ты раньше думал? Дурак был, говорю уже. Хорошо, хоть опомнился вовремя. Да уж, натворил глупостей. Чего это? Давай, Ваня, садись, садись. Садись быстрее. Тренируемся. Ну, вот так. Что делать будем? Надо до Москвы добраться. В ОМОН к ребятам, в прокуратуру, в газеты. А, да ну, пока доберемся, давай пару охранников вырубим, а? Позабираем автоматы, шухер поднимем. Ну что ты, Ваня, как маленький? Поднимем шухер, в темноте половину народа перестреляют. Так нельзя, Ваня. Тоже верно. Давай прямо сейчас, в Москву. Пошли. Как это сейчас? Да через ограду. А кто там за оградой стоит, ты знаешь? Ты пойми, Ваня. Если они здесь такие дела заворачивают, значит, отсюда просто так не уедешь. Я сотрудник, могу уехать. Аньку попробуй вытащить. Верку, тебя. Гена сказал, тебя отпустят. Ну так нельзя, мы уедем. А тут еще кого-нибудь на кусочки порежут. Да тихо ты. Успокойся, тише, тише. Не исключено. И они все знают. Охрана у нас. Антон своего друга искал, так они с Аней пролезли в корпус, насмотрелись, видимо. А этот, Антон, вас почему-то поносил. Гена Скотт. Извините, с ним разберемся вот так. Теперь с Иваном сговариваются. Они с девчонкой хотят завтра в город уехать, там шум поднять. Ясно. Молодец. Следи, друг милый, смотри в оба. Можно закурить, а? Слушай, Вань, наших ребят удержишь для того, чтобы у них органы отводки очистились. Ну и что? Так если, предположим, они сегодня нажрутся, их трое суток использовать нельзя. Наверное. А где же ты нажрешься-то, а? Да, там в корпусе налево, по коридору, в препараторской. Там спирт есть, здоровенная бутылка. А, пошли! Да подожди, Ваня, мне светиться нельзя, понимаешь?
Давай подумаем. Без моей команды никого не выпускать. Если кто из сотрудников задумает уехать, направляй ко мне. Так и скажи, Геннадий Александрович распорядился. Твое дело маленькое. А не дай бог задумают прорваться, стреляй, понял? Значит, ребятки, здесь кое-что случилось. Короче, тихо, без шума, взяли оружие и весь лагерь окружили. Чтобы ни одна из этих сволочей никуда не дернулась, ясно? Только быстро, 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 быстро! Володя! Как вы себя чувствуете, Глеб Сергеевич? Володенька, Володя, дорогой, дорогой, клянусь, я все возьму на себя. Я за все буду отвечать один. Поверьте, поверьте, это все чудовищно. Это какая-то трагическая ошибка. Поверьте, мы не имеем права судить и казнить людей. Это же люди, это живые люди. А? Поздно, Глеб Сергеевич. Поздно. Вот это единственное, чем я могу вам помочь. Ленка, ты знаешь, я на тебя не сержусь за то, что ты сделала. Ты пожалела несчастного, невинного человека. Хотела бы спасти, это прекрасно. Но ты должна понять, наконец, все должно быть как прежде, хотя бы внешне. Ну, раскаялась, одумалась, опомнилась, и все, иначе... Что? Иначе? Ты меня убьешь? Нет. Убьют нас обоих. Нас обоих. Марья Ивановна! Марья Ивановна! Я посоветоваться хочу. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Я не помешала? Нет, нет, что вы. Садитесь. Вы все-таки медицинский работник. И как женщина меня поймете. Слушаю вас. Привет! Ну что там? Верка ее забалтывает. Все таки бывает в жизни. Вы знаете, мой второй муж был доктором физико-математических наук. И вот однажды, после каких-то там опытов, я не знаю, что они там... Пан идет. Пошли. Понял. Вера, ах, вот ты где. А тебя Иван ищет? Ой, извините, пожалуйста. Ну вот видишь, уже ищет. Иди. Значит, можно надеяться. Надеюсь, надеюсь. Тихо, тихо, мужики, Иван, спирт достал. Тихо, 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 потихонечку, тихо, тихо. Давай, давай, давай. Ой, пропадет он, говорил. Антон, это твой протеже? Чего? Кто мой? Дружок твой. А, ну, бывает, ошибаешься в людях. Веришь, как себе, а они... Нет, так... Так что я говорю? Ты можешь взять этого Антона, связать и запереть. Дальше, как обычно. Пойди, возьми его. Они же спецназовцы. Будешь их брать, здесь такое поднимется, здесь бой начнется. Все пациенты разбегутся, пока ты Антона будешь ловить. Лагерь оцеплен? Да, оцеплен, оцеплен. По-идиотски, как ты все делаешь? Сам посты проверял. Значит, завтра в столовой
от ветвенного укола сознание потерял. А очнулся в кабинете. Так неудобно. Лейте мне стаканёвку! Ему не наливать, босса! Я вам тут подумал! Иди к себе, я приду. Вы почему режим нарушаете? Вам же нельзя пить! Вы же здесь здоровье поправляете! Ванька! Антон! Откуда спирт? Спирт препараторской спирли. Откуда только узнали, где стоит? От Антона твоего. Он же их таким образом спасает. Как? А вот так, он же знает, что их после пьянки дня три использовать нельзя. Правильно? Да. А он тем временем в город съездит, шум поднимет. Яна! Иди, пошел ты. Слушай, Ген, ничего не понимаю. Как они успели так нажраться? Пойду-ка я территорию проверю, а? Сходи. Ага. Тебя жизнь, что само по себе не ловко. Спасибо, Гена. Нормально. Что? Все получилось. Теперь главное в Москву вырваться. Давай думать, что врать будешь. Скажу, что у меня мать заболела. Откуда узнала? Верно. Ну, скажу, что сама заболела, и мне к врачу надо. Кругом врачи. Давай скажу, что у меня у подруги день рождения. Тоже мне повод. А какой нужен особенный повод? Я в город хочу, и все. Тут же не тюрьма. Правильно. А я тебя с собой захвачу. А сам еду, понятно, зачем. Молодец! Извини. Я забыл. Ну ладно, я пошел. Подожди. Слушай. А вдруг завтра что-нибудь случится, и мы с тобой больше не увидимся? Все может быть. Послушай, неужели у меня, у нас так ничего не будет? Может быть, я смогу? Давай. Не дергайся, Антоха. Будь человеком. Не дай бог, стрельба начнется, люди могут пострадать. Собирайтесь, собирайтесь. Надо наручники иметь на такие случаи. Не предусмотрел. Учтем. Одевайтесь, одевайтесь, одевайтесь. Ну что, пересчитали? Считай! Все тут? Все! Все, они расползлись, он пошел в середину! Так, а Иван где? Вот он! Ну и ладно. Слушай, я ж совсем забыл. У нас сегодня ток-шоу «Прорыв». Через полтора часа. Ну-ка. Давай, 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 давай. Стоять! Не стрелять! Стоять и двигаться! Не стрелять! Стоять! Всем стоять! Стоять!
Не стрелять! Стоять! Стреляй без предупреждения! Стоять! Не стрелять! Да пришить надо было обоих. Тоже мне заложник. Иван! Собери автоматы! Выполняйте! Дай мне! Надо же автомат! Не понял, что ли? Давай сюда, быстро! Давай сюда! Стоять! Пошел! Все на крыльцо! Быстро! Стоять! Скорей! Стоять! Тихо! Стоять! Иван! Я сейчас машину подгоню! Ключи! Быстро ключи! Тихо, ключи! Сейчас, сейчас! Скорее! Да, возьми! Это день победы! Иван! Аня! Поехали! Может быть, в Москву позвонить, милицию вызвать? А вдруг телефоны прослушиваются? Поехали! Я останусь, а то чего-нибудь они устроят здесь! Мы их закроем куда-нибудь! Степана найдем, арестуем! Надо эту банду в Москву доставить, чтобы судили их, чтобы все знали, что они тут устроили! Вера, давай езжай! Я останусь с тобой. Леха, давай веревку! Стоять сильнее! Аня, садись! Аня! 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 Аня, возьми меня с собой! Возьмите меня с собой! Возьмем его, иначе я с ума сойду! Давай его! А что такое? На телевидении надо позвонить, пусть тоже подключаются. Аня, оглянись. Останови машину. Выбрось пистолет. Выбрасывай, выбрасывай. Выходите. Только спокойно, Анечка. Антон, что случилось? Что? Аня, стой! Ваня! 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 Иди! Пошел, ну! Давай, пошел, ну! Иди! Браво, браво, браво! Анька! Анька! Аня! Поднимай его! Давай сюда! Трепыхай! Держи! Руки отпусти! Стоять! Здоровый! На! Держи! Анька! Что с ней? Жива вроде. Давайте ее в реанимацию. Давай. Говоришься, Антох, не дергайся. Так, давайте, вот этих всех в подвал. Пошли, пошли! А этого? Этого под столовой запрем. Там вроде двери понадежнее. Все, чтобы были живы, материал сохраняем. Поднимай, поднимай его. Взяли. Больные в подвале, профессор у себя в кабинете, Антон в подсобке, Анечка в реанимации. Доигрались. В здоровье и милосердие. Леночка, сходи к Анечке, посмотри, как она там. Хорошо? Прояви милосердие. Что делаем? Делаем, делаем, что делаем? Не знаете, Владимир Аркадьевич? Не знаю. Знаете. От клиентов внизу надо избавляться. Правильно, правильно, правильно. Подождите. Правильно. А что ждать? Пока кто-нибудь еще сбежит, да? И шум поднимет в городе, а? Так если из автоматов, всех делов на 3 секунды. Так нельзя, вы что? Это верно. А как? Как? Верно, что из автоматов нельзя. Кровь, мозги по стенкам. А потом куда их девать? Так котельные работают, топки горят. И через лагерь потащим их в котельную. А следы? Кровь нам учимся замывать. Владимир Аркадьевич, готовьте ваши уколы. Точно? Нет! Точно! Что значит нет? Что значит нет? Ну хорошо. Только колоть будете сами, я не могу! Ты будешь колоть, понял? Ты! Как сказал Фридрих Энгельс, кто встал на наклонную плоскость, тот катится.
Голубчик! Голубчик! Я вас умоляю, дайте закурить. Ну, ну, голубчик, ну, ну вы же сами курящий человек. Я дым чувствую, я дым чувствую, да, я голубчик. Я вот не могу так, ну, что вам стоит? Голубчик, ну, пожалуйста, ну, дайте закурить. Ага, ну, спасибо. Открой дверь! Быстрей! Освободите остальных. Они внизу в операционной. Быстрей! Прошу прощения, а как им пользоваться? Нажимайте на крючок и все. Андрей! Ты что попросил? Опомнись! Что ты делаешь, Андрей? Лена, они свидетели! Леночка, они свидетели! Они опасные свидетели! Володя! Да пойми, ты иначе они... Мы же все равно собирались их уничтожить. Пустить на органы, правильно? Чтобы нормальные люди могли жить. Правильно, ну? Мы их уничтожим и будем жить. Ты хочешь жить? Хочешь? Ну! Танька жива еще, а? Пускай эти сволочи ее лечат. А потом пристрелить их к черту. Нет, их в Москву надо и по телеку показать, чтобы народ знал. Вообще ты правильно, правильно говоришь. Сюда. Конечно. Стой! Брось пистолет! Глеб Сергеевич? Я смотрю на вас и думаю, так ли уж я был неправ. Есть люди, которые не должны жить среди других людей. И их надо безжалостно уничтожать. Глеб Сергеевич, не надо. Ради Бога. Милосердие. Прощение врагов
Какие это все глупости. Разве можно вам простить то, что вы сделали? Не надо, умоляю, Глеб Сергеевич! Я прошу вас! Ну, Христом Богом прошу! Глеб Сергеевич, ну, пожалуйста! Глеб Сергеевич! Глеб Сергеевич, пожалуйста! Глеб Сергеевич, пожалуйста! Я осмотрел ее. Проникающее ранение в область сердца. Задет правый желудочек. Так. Ну, понятно. Быстро готовьте ее к операции. Пересаживайте ей сердце, ну! Кого взять? Кого взять? Эту. Нет, только не надо, я умоляю! Я не хочу! Отпусти! Отпусти меня! Отпусти! Я не хочу, не надо! Не надо! Пожалуйста! Не надо! Давай, ну! Шевелись, я сказал! Я умоляю любые деньги! Любые! Не надо! Только не Лену! Отпусти! Володя, я тебя умоляю, не надо! Отпусти! Нет! Нет! Извини, Лена! Не надо! Антон! Антон! Антошенька, я не хочу! Так нельзя. Аня! Ну делайте же что-нибудь, ну! Подводим итоги опроса телезрителей. Подожди. Давай посмотрим. Уже никто никуда не денется все равно. Сначала посмотрите снятые сегодня видеосюжеты. Я за. Сначала не поняла. А как вдумалась, столько всяких паразитов развелось. Не развернуться. А хорошие люди умирают. Вот супруг мой в прошлом году умер от печени. А соседи живут, и музыка допоздна играет. Проституток собрать, гомиков, лесбиянок разных собрать. И на части разобрать. А вам какую приделать? А таких, как ты, умников, в первую очередь. Ладно, ладно. Валюты, говорят, в стране нет. Посмотрите, сколько народу ходит вокруг. Зря только небо коптят. Ну почему бы не используют? Пожалуйста, используйте, и будет вам валюта, сколько хотите. Народу там много ходит. Вот, пожалуйста, режьте. Надо подходить взвешенно. Необходим государственный подход. Научная система определения сравнительной ценности каждого человека. Серьезнейший процесс отбора. И, наконец, система компенсации членам семей. Важно не пустить это дело на самотек, а дело, по-моему, стоящее. И вчера вечером, и сегодня целый день
Мы принимали звонки телезрителей и узнавали ваше мнение по поводу поставленных вчера вопросов. Звонки продолжаются. Итак, за или против? Ты идиот. Неужели ты думаешь, что люди откажутся от возможности продлить себе жизнь, даже ценой чужой жизни? Ни за что. Никогда. Видал? И куда ты теперь нас потащишь? К ним? Опомнятся люди. Люди же. Наоборот. Сообразят. Уж больно идейка заманчивая.